прокачать харизму, это очень просто. Научитесь бить. Нету способов избежать насилия, если вы сами не готовы применить насилие. Нормально, точно попадаешь, чтобы блю-блю, чтобы звон такой стоял, понимаете? Имейте в виду, если начинаю с вами базарить, выяснять, что такое, кто здесь по жизни, ты с какого района, я не понял. Все, поехали, друзья, всем привет, с вами снова я, Макс Степанов, и сегодня мы поговорим на интереснейшую тему, оригинальнейшую тему, как правильно базарить с гопниками, с быдлом, разными там криминальными элементами. И как это связано с темой, как бить нокаутирующий удар. И эти темы, друзья, связаны друг с другом прям плотно-плотно. А почему? Объясняю. Очень просто. Возможно, сейчас будет для некоторых шок, то, что я сейчас скажу, по поводу правильно базарить. Потому что многие, большинство, я так думаю, имеют такое представление, что правильно базарить — это какая-то, ну, типа, наука, какое-то искусство, некая манипуляция, знание каких-то приемов и инструментов ведения беседы и общения так, чтобы типа вы остались на белом коне и победили собеседника в интеллектуальном споре. Так вот, ребят, это не так. На самом деле, вот, чтобы уметь правильно базарить, что называется, да, вы должны уметь правильно бить. Бить нокаутирующий удар – это и есть основа вашего правильного вот этого базарения или базара. Разговаривать спокойно, бла-бла-бла-бла-бла. Изначально, что такое вот это базарить? Не разговаривать же вам предлагают. И не вести научную дискуссию. И не провести какую-то лекцию. Базарить уже что-то в этом есть агрессивное. То есть изначально как бы, ну, люди приходят туда, друг на друга, пычите. Соответственно, они в любой момент, в любую секунду готовы, что? Перестать базарить, дать вам в рыло. Просто вот начинать вас бить в рожу. И если вы не готовы бить рожу, не готовы бить рыло в ответ или, блин, первым начать, то от вашего базара будет просто, ну, ноль эффекта. Как бы вы при этом каким бы крутым психологом не были, вы знаете там, как подстраиваться под собеседника, как его отзеркаливать, да, там, как ему там улыбаться, там, и так далее, и так далее. Все это, ребята, не работает. Пока у вас внутри нету вот этой готовности нанести сильный нокаутирующий удар гопнику, быдломану, с кем вы там собираетесь базарить? Бла-бла-бла-бла-бла. То есть изначально слово базар, оно, ну, как бы предполагает, что вы базарите с каким-то агрессивным живым существом, ну, которое будет на вас кидаться. И оно преследует свой интерес. Оно хочет у вас что-то отжать, оно хочет вас как-то наказать, ну, что-то, короче, нехорошее, недоброе с вами сделать. А этот базар — это просто предлог, это как бы, ну, типа для разминки, понимаете? Типа, чтобы это в оконцовке было так, что вы сами виноваты. Ну, типа, там, базар попутали, не фильтровали базар, сказали какую-то хренотень, вот это вот. И сами за это получили. Вот. То есть вы сами виноваты, да? То, что вас мудохали, рыло вам набили, а вы, типа, будете потом еще ходить, ой, рыло набито, но я, видимо, сам виноват, потому что я, типа, неправильно базарил. Там что-то там не фильтровал и все такое. Ну, чистая разводка. Поэтому нехрен там базарить, ребята, надо бить уметь. Вот и все. И будет тогда правильный базар. Бла-бла-бла-бла-бла. Вот такие переговорщики, такие вот в базаре, они как бы вот такие цели ставят. И они побеждают именно по той причине, потому что они готовы сразу бросать свой базар и сразу вам в рыло бить. Вот и вы это будете чувствовать. И также аналогично будет чувствовать собеседник вашу вот эту слабость. То, что вы хотите за словами спрятаться, вы хотите там оправдаться. Это будет как оправдание выглядеть, как лепет, детский лепет. Это будет просто сразу считываться. То, что вы не готовы идти до конца. Ну, а конец я имею в виду, да, это как бы есть вербальные коммуникации, бла-бла-бла, туда-сюда. Но в этих вербальных коммуникациях уже чувствуется готовность вашего собеседника, ну, решительно, так сказать, отставить свою точку зрения, вплоть до физического контакта, до насилия. А насилие, друзья, оно вполне себе оправдано с точки зрения самообороны, исключительно. В других случаях никаких это недопустимо, насилие недопустимо, категорически. Но если происходит нападение на вас, а оно начинается с базарить. Базарить — это агрессивная форма нападения. Бла-бла-бла-бла-бла. Имейте в виду, если начинаю с вами базарить, выяснять, что такое, кто здесь по жизни, ты с какого района, я не понял. Ну, конечно же, это нормальный разговор, это уже наезд, это быкуют на вас. Соответственно, что там с ними базарить? Бейте сразу этих ватноголовых, сразу туда вот пробивайте, они только это понимают. Закон силы, понимаете, только это и работает. Вот это вот такая основная у меня мысль. Нету способов избежать насилия, если вы сами не готовы применить насилие. Это вот самый важный момент в этом всем правильном базарении. Вы не обманете, вы не введете в заблуждение человека, который, ну, скажем так, более-менее искушен в этом.
подойти, вас глазками сначала задавить визуально, там, да, потом слово за слово там тоже. А потом он как бы, он всегда готов вас ударить. Бла-бла-бла-бла-бла. Просто он так развлекается и готовит почву для нанесения удара. Да, откуда нападение готовилось, да? Ну, вот. Чтобы сделать так, чтобы вы потом еще сами чувствовали, ну, вот, вину за то, что вы там как-то неправильно себя повели, неправильно базарили, не то слово сказали. Это вообще никого не волнует. Вот так. Такой закон джунглей, дорогие мои друзья. Дорогие мои недруги. Так, если есть какие-то комментарии по этому поводу, да? Может кто-то оспорит мое утверждение, то, что, ну, есть какие-то инструменты, надо психологию изучать. Речевые стратегии, коммуникативные, какие-нибудь там, типа там всякие штучки закорючие, лайфхаки. Идите смотрите каналы на ютубе, их очень много, там вам расскажут, как харизму прокачать и прочее, прочее. Вот, у меня способ простой. Прокачать харизму — это очень просто. Научитесь бить. Вот так вот, бить научитесь. Нормально, точно попадать, чтобы бум-бум, чтобы звон такой стоял. Бла-бла-бла-бла-бла. Научитесь кричать при этом, орать, позвольте себе. Вот и будет ваша харизма. Спаррингуйтесь, то есть вот поучаствуйте вот в этом всем, и тогда у вас будет харизма нормальная, и базар у вас будет вот на 5 баллов. Пока этого нету внутри, вы сами будете чувствовать, это будет вас выдавать. Вот и весь базар, ребята, че и как. Правильно, базарьте, короче, вот, нокаутирующий удар в натуре, это вот здесь. Пишите комментарии, пишите вопросы, ставьте лайки, подпишитесь на этот канал, кто еще не подписался, друзья. А также не стесняемся, друзья. Я обращаюсь к вам, и каждое видео буду обращаться. Проспонсируйте канал, станьте спонсором канала, и вы будете получать вот такие вот бонусы, ништяки, потому что тот, кто спонсор, тот получает доступ к закрытым видео, а это именно видеокурсы по самообороне. Там, где как раз вы научитесь и харизму прокачаете, и правильно базарить, и правильно этот жесткий удар сильный. Все это есть для спонсоров, и спонсоры все это могут смотреть и учиться. Вот. Ну а также что? Да разовый донатик. Сердечко такое есть. С долларом. Нажимаете. Суперфункция. Суперфункция нет, не надо. Суперфункция, супер спасибо. Да, супер-супер. Короче, супер спасибо называется. Ну, видите, под видео там можно проспонсировать. Просто разовый донатик тоже будет приятно, хорошо. А спонсорам, конечно же, все мое, так сказать, почтение, уважение, респектуха. Вот. И в первую очередь я буду, конечно же, на ваши все запросы, вопросы отвечать и делать видео для вас, дорогие друзья. Для всех тоже, конечно, это всех касается, да, это так или иначе, это моя деятельность. Но спонсорам в первую очередь. Поэтому становитесь спонсорами, и будет вам счастье. С вами был Макс Степанов. Йоу. Бла-бла-бла, какая-то рука впереди, правую руку коснулись, левую руку отвели, и отсюда... Будет дистанция удара.